сегодня 7% населения Республики Молдовы диктует остальной части населения, какой язык изучать, на каком языке говорить и историю какой страны изучать. Это парадокс. Но на самом деле 7% граждан Молдовы, относящиеся к национальному меньшинству, точно так же, как гагаузы на территории Республики Молдова, они сегодня диктуют и навязывают всем изучение румынского языка. И, собственно говоря, за последние годы тот беспредел в этой части, вплоть до Конституционного суда, мы видели. Значит, наших детей заставляют изучать в школах румынский язык, историю румын, а мы молча на это все эти годы смотрим.